Мир признал, что деятельность человека напрямую влияет на изменение климата. Но каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с изменением климата, следуя 5 простым правилам. Первое. Ездить на общественном транспорте или велосипеде и ходить пешком. Но если нет альтернативы автотранспорту, то стоит присмотреться к электромобилям. Второе. Экономить ресурсы. Уходя из дома, всегда выключайте свет. Отключайте от сети приборы, которыми не пользуетесь. Повышайте энергоэффективность своего дома. Экономьте воду. Третье. Сократить потребление мяса в пользу овощей и фруктов. Например, крупный рогатый скот является источником выбросов метана, являющийся одним из наиболее активных парниковых газов. Старайтесь покупать местные и сезонные продукты в небольших объемах. Четвертое. Правильно утилизировать отходы. Использовать вторсырье, даже воду. Пользуйтесь эко-сумками. Это постепенно снизит мировое производство неразлагаемого в природе пластика. И пятое. Информировать и обучать. Больше узнавайте о последствиях изменения климата и методах борьбы с ними. Делитесь знаниями со своим окружением. Эти простые действия позволят сократить вредное воздействие человека на окружающую среду и климат. Давайте следовать им вместе. Думай, учись, действуй за климат.